Привет! Сегодня мы поговорим о телевизоре LG из среднего ценового сегмента, который может стать отличным выбором для домашнего кинотеатра. Эта модель привлекла мое внимание своими техническими характеристиками и дизайном. Поэтому давай без лишних предисловий перейдем к самому обзору и узнаем, стоит ли он своих денег. Первое, что бросается в глаза при взгляде на этот телевизор, его строгий и элегантный черный цвет. Модель имеет стандартные размеры для современных телевизоров. Ширина составляет 1121 мм, высота 651 мм, а толщина 57,1 мм, что делает его относительно тонким. Вес устройства 12,1 кг, благодаря чему его легко переместить или установить. Система крепления VISA 200x200 позволяет надежно закрепить телевизор на стене, что особенно удобно для экономии пространства в комнате. Не забудь заглянуть в описание под видео, там ты найдешь ссылки на проверенные магазины и специальный скидочный промокод, который поможет тебе сэкономить на покупке. Давайте погрузимся в мир качественного изображения с этим телевизором. Его дисплей имеет диагональ 50 дюймов с разрешением Ultra HD 3840 на 2160 пикселей, что обеспечивает невероятно четкое и яркое изображение. Частота обновления 60 Гц в сочетании с глубиной цвета 8 бит и матрицей VA гарантирует гладкость движения и красивую цветопередачу. Подсветка Direct значительно улучшает контраст и интенсивность черного цвета. HDR10 Pro поднимает качество изображения на новый уровень, оптимизируя яркость и детализацию каждого кадра, делая каждую сцену максимально реалистичной. Интеллектуальный ИИ процессор Alpha 5 4K 7-го поколения автоматически настраивает звук и яркость в зависимости от контента, что позволяет добиться идеального баланса и погрузиться в происходящее на экране. Функция Brightness Control адаптирует яркость экрана в зависимости от освещения в комнате, что гарантирует комфортный просмотр в любое время суток. В общем, этот телевизор превращает ваш дом в настоящий кинотеатр, обеспечивая каждому фильму достойное визуальное представление с точными цветами и высоким контрастом. Звук в этом телевизоре заслуживает отдельного внимания. Оснащенный двумя каналами и общей выходной мощностью 20 Вт, он обеспечивает достаточно громкий и чистый звук для большинства бытовых ситуаций. Особенно впечатляет акустическая система, которая анализирует планировку комнаты и ваше расположение в ней, чтобы создать идеально сбалансированный звуковой купол. Эта технология позволяет максимально точно воспроизводить аудиодорожку, делая каждый звук четким и объемным. Кроме того, наличие оптического аудиовыхода позволяет подключить телевизор к высококачественной аудиосистеме или звуковой панели, что улучшит аудиовосприятие при просмотре фильмов или прослушивании музыки. Это делает модель идеальным выбором для тех, кто ценит качественный звук в дополнение к высокому качеству изображения. Функционал Smart TV в этой модели предоставляет широкие возможности для удобного и персонализированного использования. Операционная система VPOS 24 обладает интуитивно понятным интерфейсом и поддерживает обновление в течение 5 лет, что гарантирует актуальность и доступ к последним инновациям в мире Smart TV. Модель оснащена всем необходимым набором портов, двумя USB для подключения внешних накопителей, тремя HDMI для видеоустройств, двумя антенными входами, одним Ethernet-портом для стабильного подключения к интернету, слотом CI для доступа к платным каналам, а также поддерживает Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0 для беспроводного подключения. Уникальные функции, такие как мой профиль, консьерж на базе ИИ и быстрые карточки, делают использование телевизора еще более удобным и личностно ориентированным. Мой профиль позволяет настроить интерфейс под личные предпочтения, консьерж на базе ИИ помогает получить персонализированные рекомендации, а быстрые карточки предоставляют легкий доступ к часто используемым функциям и приложениям. Эти опции значительно улучшают пользовательский опыт, делая каждый сеанс просмотра уникальным и приятным. Изучив отзывы пользователей, я выделил следующие моменты, которые могут быть интересны потенциальным покупателям. Минусы. Засветы. Плюсы. Хорошая сборка. Тонкие рамки. Четкий звук. Много приложений.
На этом мой обзор подходит к концу. Не забудь проверить описание под видео, где ты найдешь ссылки на магазины и скидочный промокод, который поможет сделать покупку выгоднее. Твое мнение о модели очень важно, поэтому пиши в комментариях, что ты думаешь об этом телевизоре. Если тебе нравятся подобные обзоры и ты хочешь увидеть больше, подписывайся на канал и ставь лайк. До скорой встречи!